въезд во второй Светлогорск у нас запрещен. Вот еще один знак стоит. Ну и все, я вижу этот знак и еду. И думаю, что меня никто не тронет. Однако автоинспекторы подоспели тут как тут. Игорь Сушко рассказывает, мало кто знает, но право на въезд в Светлогорск-2 имеют лишь местные и работающие в приморском городе жители. Запрещающие знаки сразу в двух местах, тому подтверждение. И начиная знак видели, да, видел. А куда едем? Ну, еду, говорю, человека забирать. А вы знаете, что? Ну, знаю. Соответственно, прибираться не будешь. Наказание, штраф 500 рублей. Автомобилист добавляет, при всем при этом инспекторы ловят так называемых залетных водителей не всегда. С недавних пор он и сам стал здесь желанной персоной. Право на въезд получил после того, как устроился на работу в местный театр эстрады. Ну, соответственно, у меня есть вот такая вот справка о том, что я являюсь сотрудником театра эстрады «Янтарь-холл», и поэтому они как бы, ну, меня пропустили. Очень тяжело с парковками. То есть, ну, если приехать в Светлогорск, мало того, что сюда и въезжать запрещено, как бы, и парковаться-то негде. Везде пешеходные зоны, везде одностороннее движение, везде знаки кирпич, на кирпиче стоит. То есть это, ну, очень тяжело. Такую картину отдыхающие наблюдали несколькими днями ранее. Город забит автомобилями. Туристы выписывают реверансы между ними на стихийных незаконных парковках. В мэрии говорят, проблема действительно есть. Мест для автомобилистов не совсем достаточно. Скажем так, что это проблема не только наша, это проблема вообще всей зоны прибрежной Калининградской области. Мы над этим работаем, пытаемся увеличивать парковочные места. Где-то ремонтируем, где-то увеличиваем. Даже вплоть доходит до каждого машиноместа, одно-два, и радуемся каждому машиноместу. Проблема есть, проблема существует. При всем при этом в курортном городе по меньшей мере 7 стоянок. Ознакомиться с полным списком можно на сайте городской администрации. В отличие от Светлогорска, по Зеленоградску могут перемещаться все, без исключения автомобилисты. Правда, этот город богат на другие запрещающие знаки. И они здесь на каждом шагу. Вот что платная там была какая-то парковка или что отсутствует. Например, были фейерверки, все дома во дворах было просто невозможно припарковаться. Ну, люди хотели приехать, и пробки, и все, и невозможно было, потому что не хватает. Строят за городом там на 500 мест. Не знаю, как она будет функционировать. Посмотрим. В принципе, было бы хорошо, если были бы парковки, не было бы пробок. Хотелось бы больше парковочных мест. И бесплатных желательно. Хотели – получите. Уже через пару недель на этом месте будет открыта парковка на 500 машиномест, где автомобилисты смогут поставить машины, пройти до моря, там отдыхать. Расстояние до моря примерно около 300 метров. Кроме этого, здесь будут установлены туалеты. Вот, и будет безопасно машина находиться, потому что под присмотром. Заместитель главы администрации Зеленоградска Георгий Попшой при этом не скрывает, летом курортный город действительно испытывает трудности в вопросе парковки. Начиная с июня, а иногда даже мая, погреться на местный пляж даже в будний день приезжает без преувеличения половина Калининграда. А единственная бесплатная парковка находится в районе железнодорожного вокзала. У нас есть вообще карта, она опубликована на официальном нашем сайте zelenogradsk.com, где можно ознакомиться, где можно поставить машину. Мы постоянно думаем, предпринимаем практические попытки для того, чтобы создать условия для автомобилистов. Безусловно, не для всех, но для какой-то их части. Этим же вопросом сейчас озадачены и в Янтарном. Решить проблему с паркингом для местных властей – задача номер один. В этом году его планируют увеличить вдвое. На это нужно 8,5 миллионов рублей. И вопрос с финансированием в правительстве уже решен. Как стало известно, туристу парковочное место обойдется в 250 рублей в день. Эта парковка здесь 120 мест. Мы хотим расширить, в два раза увеличить, еще хотя бы 120. То, что власти курортных городов озадачены вопросом паркинга, уже радует, добавляют местные жители. При этом продолжают советовать туристам приезжать в их города на общественном транспорте. В противном случае искать место без запрещающих дорожных знаков. Светлана Федорова, Екатерина Калиниченко, служба новостей «Город».